Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня среда, 23 мая. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Анастасия Исаева. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Минимальный 3 тысячи, максимальный 29 миллионов. Бийские чиновники и депутаты отчитались о своих доходах. Влияние ягод брусники на качество кексов. В Бийске начала работу Всероссийская научно-практическая конференция. 4 мировых рекорда и больше 20 наград. Пловцы с ограниченными возможностями здоровья вернулись домой с чемпионата России. Бийским водителям уже не привыкать. Проливные дожди снова превратили городские дороги в водоемы. И хотя осадков было не так уж и много, тем не менее многие автомобилисты успели пострадать от капризов природы. Ливневая система с мощными потоками дождевой воды просто не справляется. Огромная лужа на отремонтированной дороге по улице Матросова высохла только на днях. Однако уже сегодня здесь снова образовалось озеро. Водители проезжают по водоему не спеша, боятся застрять. Тем не менее, без происшествий не обошлось. В районе 9 утра здесь заглохла иномарка. На помощь пришли другие водители. Кроме того, накануне сюда привезли землю для газона, но от чернозема уже не осталось и следа. Мутными потоками его снесло на проезжую часть. Если капитально отремонтированная дорога по Матросово ровная и пока без ям, то другие бийские, так скажем, направления усеяны глубокими рытвинами, попав в которые, можно запросто остаться без бампера. Особенно тяжело в нашем городе Иногороднем. Водители не знают, на каких именно участках находятся ловушки. Список самых глубоких луж остается неизменным. Водоемы образовались на улицах Мерлина, Кутузова, Социалистической. Немало опасных ям и в районе Зеленого Клина. Кроме того, осложняют дорожную ситуацию участки, на которых дорожники часть асфальта для дальнейшего ремонта сняли. Минимальный 3 тысячи, максимальный 29 миллионов. Годовой доход некоторых депутатов равен месячной зарплате председателя Думы. А замглавы города заработала больше самого градоначальника. Городские чиновники и народные избранники отчитались об имуществе и доходах за прошлый год. Добавим, что это только те деньги, которые прошли через налоговую службу. Самый богатый депутат Бийска 7-го созыва Вадим Глушков. Представитель партии ЛДПР задекларировал за прошлый год 29 миллионов рублей. В собственности народного избранника – квартира, гараж, автомобиль и прицеп. Следом за ним с доходом в 19 миллионов значится Евгений Тюков. За ССРом числятся 2 квартиры, 6 земельных участков, 10 помещений, 4 здания и 3 объекта незавершенного строительства. Замыкая тройку лидеров Юрий Кудинов. Его доход за прошлый год составил 12,5 миллионов. Кроме того, в собственности председателя фракции «Единая Россия» 3 нежилых помещения, 2 участка, 2 дома, квартира, административное здание и баня. Из транспорта у директора строительного управления автомобиль, а также прицепы, погрузчики, экскаваторы и кран. Другие партийные лидеры показали невысокие доходы. У коммуниста Тимура Знагована 134 тысячи, а в собственности 2 квартиры и еще одна в безвозмездном пользовании. А вот лидер думской фракции ЛДПР Алексей Карасев задекларировал чуть больше 140 тысяч. Однако это не мешает ему иметь в собственности 14 квартир, 15 автомобилей и 4 гаража. Елена Речкова, руководитель фракции «Справедливая Россия», заработала за год 45 тысяч рублей. Недвижимости и транспорта в собственности нет. Добавим, что председатель Думы Сергей Ларейкин от зарплаты в выборном органе отказался, не оставив основное место работы – Бийский олимный завод. Его доход за год – 1 779 тысяч рублей. В собственности Сергея Владимировича – 2 квартиры и автомобиль. Аутсайдеры списка – Самира Кандаурова и Алексей Кульбякин с доходом в 3 тысячи за год. Что касается муниципальных служащих, то самый большой доход у Антонины Мелеховой, замглавы города по соцполитике, с учетом пенсии заработала 1 150 тысяч. А вот у главы Бийска Александра Студеникина сумма почти на 400 тысяч меньше. Добавим, что на двоих с супругой у семьи Студеникиных 3 квартиры и автомобиль Mitsubishi Pajero.
В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Влияние ягод брусники на качество кекса. В Бийске начала работу Всероссийская научно-практическая конференция. 4 мировых рекорда и больше 20 наград. Пловцы с ограниченными возможностями здоровья вернулись домой с чемпионата России. Бийск Global Party 2018. Стань участником самого яркого события осени. Ты хорошо поешь, танцуешь, владеешь цирковым мастерством, занимаешься спортом? Тогда у тебя есть уникальная возможность выступить на главной сцене грандиозного праздника. Запиши свою лучшую работу на видео и отправь ее на конкурс. Все подробности на сайте www.prokopyefond.ru. Не упусти свой шанс, зажги по полной. Информационный партнер Сибирская медиагруппа. Год 1918, год 2018. Бийские рабочие, 100 лет о жизни нашего города. Оформи юбилейную подписку на второе полугодие и получай газету в точках продаж прессы, в редакции или с доставкой на дом. Бийские рабочие, читай юбилейную газету. Подробности по телефону 317-004. Влияние ягод брусники на качество кексов, технология синтеза искусственных алмазов, а также фракционирование белкового растительного сырья. Сегодня в Бийске начала работу Всероссийская конференция. Именитые и молодые ученые страны собрались вместе, чтобы обсудить технологии оборудования химической, биотехнологической и пищевой промышленности. У нас регулярно молодежь подрастает, то есть вот пример приведу из Самары, например. Приехала аспирантка, через где-то 2 года она приехала уже с 2 своими аспирантами, будучи кандидатом наук. Ну и местная, конечно, молодежь выросла на наших глазах, мы у многих вели здесь дисциплины в Бийском технологическом, теперь они работают в ИПХЭД и уже почти все кандидаты наук. И уже на базе нашего продукта разработаны и проверены питательные свойства супов-пюре для восстановления больных. Также будут докладывать на этой конференции про рецептуру хлебобулочных изделий, обогащенных доступными белками. В общем, мы стараемся все свои разработки внедрить, потому что мы же должны быть полезными. Уже 11-й раз Бийский технологический институт становится площадкой для обмена опытом и налаживания связей. Опытные ученые делятся с молодым поколением своими наработками. Студенты и аспиранты, в свою очередь, представляют доклады для того, чтобы получить экспертную оценку и наметить пути дальнейшего развития. На этот раз форум объединил около сотни участников из Новосибирска, Архангельска, Кемерово, Барнаула и нашего города. Сегодня прошла школа-семинар для молодых ученых. Представители крупных промышленных предприятий Бийска рассказали о достижениях в химической, биотехнологической и пищевой промышленностях. Затем началась работа по секциям, где выступали аспиранты, молодые ученые и студенты из вузов России. Отметим, что ежегодно по материалам конференции издают сборники докладов. И, как правило, работы размещаются на 600 листах. Отличный способ рассказать заинтересованной аудитории про свои исследования, также взглянуть на свою работу с другой стороны. Зачастую на таких конференциях бывают люди, которые могут задать довольно интересные вопросы и подтолкнуть тебя на новые направления исследований. Вот я хотела больше это почерпнуть, потому что много всего слышала, публикации читала. Примерили на себя роль мужа и жены. В Бийском педколледже запустили проект «Семейный старт». Главная цель организаторов – изменить статистику, чтобы разводов было меньше. Волонтеры работают с молодыми парами и готовят их к семейной жизни. Накануне участники проекта встретились все вместе, чтобы составить общий рецепт счастливых семейных отношений.
Самые счастливые браки заключаются в возрасте до 30 лет. Учитывая такие статистические данные, волонтеры проекта «Семейный старт» разработали программу, направленную на поддержку молодых студенческих пар. Работа ведется с влюбленными, которые находятся на стадии конфетно-букетного периода, и парами, которые уже подали заявление в ЗАГС. На Новый год я сделал предложение. Прям в новогоднюю, можно сказать, вечер. Вот. Вообще неожиданно было это, так скажем, но мы уже знали, к чему мы идем, и, в принципе, наши отношения были сразу серьезными, наверное, намеренными. Накануне в Бийском педагогическом колледже состоялась встреча, где участники проекта составляли рецепт счастливых отношений. Тренинг проходил в игровой форме. Так, в ходе одного из заданий пары развязывали семейные узлы. Таким образом, они сообща преодолевали различные трудности. Кроме того, молодые примерили на себя роли супругов, распределив круг обязанностей. Сделать важную уборку в квартире. Она. Так, сделать уроки с ребенком вместе. Хорошо. А в дальнейшем, после успешной реализации проекта, мы планируем провести повторное тестирование с парами. Возможно, появятся какие-то изменения у них в их ответах. И также мы планируем начать сопровождение данных пар настолько, насколько это возможно, так как многие студенты еще будут оставаться студентами нашего педагогического колледжа. Взаимопонимание. Тем временем сами влюбленные считают, такой проект поможет построить крепкие отношения и создать счастливую семью. Это ячейка общества, состоящая из двух человек. Помогают нам уже вот в колледже на самых начальных вот этапах, нам уже предлагают помощь. Вот, то есть в создании семьи это очень хорошо, потому что сами мы делаем очень много ошибок всяких разных. Ну а так некоторых ошибок, я думаю, можно избежать. Сейчас, как поясняют организаторы, проект проходит апробацию. И именно поэтому молодых пар не так много. Однако, если семейный старт будет успешно реализован, в дальнейшем круг участников расширят. Алена Кисеева, Сергей Даровских, «Будни». Четыре мировых рекорда и 20 медалей. Бийчане стали чемпионами страны по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наши спортсмены в очередной раз доказали всем, что Бийская школа плавания – одна из сильнейших в России. Соревнования были очень такие захватывающие, было много борьбы. Чувствовалось, что все готовы, готова вся Россия, не только мы. Вот, побороться, конечно, как и всегда пришлось. Результаты, в принципе, хорошие, но могло быть и лучше, конечно, всегда есть к чему стремиться. Ну, на соревнованиях обычно страшно, но когда ты чаще плаваешь, как бы страх проходит, и начинается спортивный азарт. Именно когда ты вот чувствуешь, я не отдам, это мое, вот, ты начинаешь бороться. Бийчане на своих коронных дистанциях не оставили соперникам шансов на победу. Подопечные тренера Елены Соколовой завоевали в сумме больше 20 медалей. Среди них 7 высшей пробы, 6 серебряных и 7 бронзовых. Героем чемпионата России стал Роман Жданов. На счету именитого пловца 4 золота. При этом Роман установил 3 мировых рекорда. Кроме того, среди спортсменов, которые в копилку нашей сборной принесли золото, Егор Ефросинин и Анна Калинтеева. Отметим, что девушка в последний день соревнований также смогла установить рекорд мира на дистанции 50 метров брасом. Добавим, что чемпионат России был отбором на чемпионат Европы. А вот смогут ли бийчане выступить на международных соревнованиях, пока неизвестно. Напомним, чемпионат Европы мира из-за скандалов с допингом сейчас проходит без участия российских спортсменов. Пока еще нам отбой не дали, поэтому ребята все в боевом настроении. Руки мы не опускаем ни при каких условиях, поэтому продолжаем готовиться. И о погоде. Спонсор прогноза – Бийский центр кадастра. Все работы с земельными участками и объектами недвижимости. Бийский центр кадастра. 16 лет вместе с вами. Все виды работ с земельными участками и объектами недвижимости. Топографическая съемка. Изготовление технических планов зданий. Межевание земельных участков. Технические заключения. Риэлторские услуги. Представительство в суде. Выбираешь нас, выбираешь надежность. Телефон 32 69 62 и 8 963 509 35 13.
Итак, завтра, 24 мая, в Бийске ожидается переменная облачность. Возможен дождь. Температура ночью плюс 6, плюс 8. Днем сохранится такой же температурный режим. Это все новости на сегодня. Желаю вам замечательного настроения и хорошего проведения вечера. И напоминаю, что выпуски информационной программы будут доступны в социальных сетях и на YouTube. Счастливо!